Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы снова отправляемся на тайную локацию. Так, ну поехали, хрен с нами. Энергия нахрен нам нужна. Давай, братюня, давай, ехай, ты сможешь. Так, мы приехали, и у нас тут, на удивление, сундук прям рядом стоит. Лол, давно такого не было. Так, давай. У нас тут схема, отлично. Еще для АК есть увеличенный магазин, это у меня уже есть, я даже использую. Так, полный сет брони спецвойск, или как он называется. Да, АК, кольт, медные слитки, железные пластины, стальной слиток, медная руда, бензинчик, аптечки, алюминиевые слитки, пружины, ключ гаечный, часть двигателя, микросхема, две сишки и схема на АК. Эти схемы я забираю, синие или фиолетовые, они как бы две схемы дают новый рецепт, а обычно я их даже не забираю, если у меня нет, я их просто оставляю. Ну, в принципе, лут топовый, ну как, можно было что-то по-другому оружие, но мне главное были нужны сишки, как всегда. Сейчас попробую пробежаться тут, если может быть щеночек где-то есть, но щеночка нигде нету. Ладно, тогда сваливаем отсюда. Второй поход на тайную локацию. И опять же за сишками. Так, поехали. Так, а что у меня тут? Понятно. Ладно, с этим потом разберусь. Сначала сишки заберу, которые мне так нужны для квеста рейдеров. Как же они меня задолбали. Каждый квест, найди сишку. Блять, такое ощущение, что они на каждом углу валяются. Так, давай слазь. Еще чемпер не помыл, бляха-муха. О, ништяк. Ништяк, я сказал. Вот почему ты сюда пришел, а кто тебя звал сюда, а? Кто тебя сюда звал, скотина, вали отсюда. Молодец, все. Так, посмотрим, что у нас тут будет интересного. Я хочу гранатомет, очень сильно хочу гранатомет, пожалуйста. Эй, нет, ни хрена мне гранатомета не будет. Ну и ладно. АК, сет брони военной, ну и по мелочи две сишки, вот всякая шушера. Ну, в принципе, нормально. Как обычно, в общем-то, ничего нового. Ну, оружия как-то маловато. Обычно хотя бы два огнестрела есть. Сейчас пробегусь, посмотрю, если псина где-то завалялась. Ну, вроде бы нет. Ладно, и так сойдет. Мне, в принципе, псин много не надо. И третий поход на тайную локацию за сишками, как всегда. Блять, как же мне их не хватает, я хуею груз этой жизни. В каждом рейде по 1, 2, 3 сишки, блять, пиздец, как я заебался уже сюда ходить. Как я заебался вскрывать эту локацию. Так, да. Давай, умирай по-быренькому. Давай. Я вас тут всех убью, скотина, вы мне все мешаете. Так, ну все, у меня... автомат закончился, может уже не приходить. Так, смотрим, что у нас в этом ящике. Давай. Хочу гранатомет. Давно гранатомета не было. Гранатомет хочу. Сука. Ну ладно. Сет брони. Спецвойск. Плюс эта хрень от бункера. Два мотоцикла. Один кольт. Одна М-ка. Две сишки. Линза. Бензин. Ну и вот по мелочи, как всегда. Всякой хрени накидают. В принципе, так-то неплохо. Можно было, конечно, получше, но жаловаться не приходится. Мы все схаваем, наверное. И сделаем вот так вот. Сюда положим. А хотя нет, этот ключ не нужен. Но вот это я бы забрал, наверное. Вот так вот. Ну, на этом все, ребятки. Если вам понравились эти три ролика, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.